В сети набирает популярность высказывание российского писателя-сатирика Михаила Задорнова. Как передает Ахарас в статье в журнале «Театр» от 1988 года, российский писатель затронул тему Нагорно-Карабахского конфликта, который в тот период только-только набирал обороты. По его словам, он никак не может понять, почему армяне кричат на весь мир, что в НКАО недостаточно учебников на армянском языке, обвиняя в этом Азербайджан, если эти книги выпускаются в Армении. Не понимаю, зачем зампред Госплана СССР, армянин по национальности Степан Ситарян, отклонил строительство Дома культуры в НКАО, а сейчас в отсутствии Дома культуры обвиняют Азербайджан. Не понимаю, почему идет разговор о реставрации памятников культуры армянского народа, а собираются реставрировать албанские церкви. Я не понимаю, зачем Армении идея «от моря до моря», если у них нет ни единого корабля. Я вообще не понимаю, почему геолог Сурен Айвазян арабские надписи на камнях читает по-армянски, озадачивая академика Михаила Петровского. Я не понимаю, зачем посоветовали историку Арушан Яну написать 4 тома армянской истории, если мы с первыми и вторыми томами не можем разобраться. Недаром профессор Мещанинов говорит, что армянская история больше обязана своей древностью историкам, чем самой истории. Отмечал еще в 1988 году Задорнов. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.